армянский народ по праву гордится тем огромным вкладом, который внес в историю развития Ментальной академии Харубини. В 2012 году в вашем славном городе на университетской набережной был установлен памятник академику Иосифу Харубини, одному из самых приятных представителей Петербурга, которого Михаил Петровский назвал образцовым армянского русским ученым. Сегодня, уважаемые дамы и господа, вы услышите выступление Государственного камерного хора ОВР под руководством его основателя и художественного руководителя, заслуженного деятеля искусства Армении Соны Ванесяна. Хор ОВР довелось выступать на десятках самых прославленных сцен мира и знакомить международную аудиторию с армянскими шарапами, древними духовными песнопениями и произведениями современных композиторов. Сегодня в фокусе программа «Музыка унитаза». Это не просто одна из самых ярких жемчужин армянской культуры. Музыка унитаза выражается весь армянский мир. В этой музыке знак самости Армении. Не остается, дорогие